Ты снимала сколько? Сколько у них, интересно, стоит? 13-й Pro Max. Это на 45 лир. Очки надо. Обалдеть! Друзья, всем привет! Привет! Вы находитесь на канале отдыха от А до Я. С вами Ксюша и Аня. Мы по-прежнему находимся в Турции в отеле Holiday Park. Сегодня мы хотим поехать в Аланию, погулять, посмотреть и, конечно же, показать эту всю красоту вам. Мы вышли с ресепшена, с лобби, и хочется отметить то, что расположение нашего отеля Holiday Park Resort очень удобное. Вот шлагбаум, и сразу стоит автобус. Вот на этом автобусе мы сейчас и поедем в Аланию. Только вышли с территории отеля, за шлагбаум, и сразу стоит маршрутка, такой вот большой автобус. На нем написано «Алания». Сколько до Алании? Около 10 километров, около... зависит от того, как часто он будет останавливаться. Вот, около 30 километров, и заплатили мы с человека по 2 доллара. Он сказал, водитель 2 евро, но у нас были мелкие доллары, мы заплатили 4 доллара и благополучно едем в Аланию. Сегодня очень жарко, очень жарко. 30 градусов, да? Но это в тени. На солнце будет и того больше. Сегодня очень жарко, но ничего. Посмотрим, прогуляемся, как мы выйдем. Будем охлаждаться. Будем охлаждаться, да. Приехали мы в Аланию. Я так понимаю, что вокзал идет. Анют, как, долго ехали? Очень долго. Полчаса ехали точно. Полчаса ехали точно, да. И автобус набился битком. Очень много было людей. Ну, мы когда отдыхали в Турклере, мы здесь были. Знаю, здесь очень хороший рыночек есть. Мы здесь дынь очень много покупали. Сейчас будем вспоминать наши маршруты. В первую очередь мы идем к банкомату. Нашли сразу вот, где автобусная остановка, буквально вот напротив банкомат. Денис банк. Ты будешь снимать турецкие лиры или доллары? И то, и другое. Ты снимать не будешь? И то, и другое. Тоже буду. Но я буду в турецких лирах снимать. Я сняла 500 турецких лир со своей карты. Комиссия у меня снялась 20 турецких лир. Ты снимала сколько, Ань? Я в общей сложности сняла 5000 турецких лир. И сколько с твоей карты, потому что считали процент по-разному. У нас разные банки и разный процент, соответственно. Сколько у тебя, вот ты только что сняла, сколько турецких лир? У меня получается, наверное, 120 гривен. Ну, если в гривнах, то 120. В лирах сколько снялось? Вот ты сняла сколько, вот только что ты сколько последний раз сняла? Второй раз 3000. Второй раз ты сняла 3000 лир, и сколько у тебя? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так. 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 170 рублей получается. 100 гривен, да? 170. 170 гривен. Да. Да. С у тебя комиссия снялась за 3000 лир. 3000, да, турецких лир. Ну, комиссия такая из 100 долларов. Я еще снимала 100 долларов с карты. У меня снялось, комиссия снялась 4 доллара. Ну, так-то и невыгодно получается снимать. Но... Смотри, какое знает. Старое здание, его видно реставрируют. Смотри, какая клавка красивая. Да, вон, действительно. Видишь? Да. Ну вот же оно стоит, да? Ты вот это имеешь в виду? Да, конечно. Ага. Его видно реставрируют. Как тебе в Алании жарче, чем в Акурджаларе? Нет, не жарче. Тут такие какие-то улочки везде. Сквознячок, да? Да, и сквознячок такой, поэтому пока терпимо. Учитывая, что сейчас уже без 15-12. То, скажем, даже такое очень терпимо. Самое пекло, да, ну? Да. Дают деньги, потому что с них можно делать лекарства. С такого листа? Да, с вот этих вот листьев и их там, ну, как это, они называются, знаешь? Это фикус обычно. Это фикус
Это фикус? Это фикус. Это обычный фикус. Просто здесь они растут, здесь для них климат очень подходит. Они даже прыгают. Слушай. Вот таких размеров я их видела только в Турции. Только в Турции. А вот это тоже фикус, правильно? Да, это красота. А это огурчики, да, помидорчики. На наши деньги получается там 10 турецких лир. Около 20 гривен. Около 20 гривен, но да. Не так-то и дешево, хочу сказать. А вот это у нас редкость. 7,50. Одеяло, посмотри, какие красивые. Сколько такое одеяло стоит? $4. 400 лир. 400 турецких лир. 800 гривен, ну классно. Классно. Шелк и лон. Шелк и лен. Лон. Да, если бы, конечно, была бы воля, чтобы можно 5 чемоданов с собой взять, взяла бы то одеяло. Не хочешь мороженое? Хочу. Давай какое-то возьмем. Мое мороженое 14 турецких лир. Твое сколько? Мое, по-моему, 14 копеечек. Здравствуйте, да, пожалуйста. Нас заинтересовало, что это лежит возле кассы. А это тесто лежало турецкое. Это юфка. Магазин. Как? Юфка. Юфка? Они сделали бюрек. Ты знаешь? Нет. Это бюрек. Они поставят с сыром и мясо там. Они сделали так, жарить. Ага. Это как называется бюрек. Бюрек. Чебюрек. Не чебюрек, а бюрек. Сигара бюрек, как называется. Ага. Они сделали такое. И сыр можно, мясо, сыр, да? Мясо. Говядина. С сыром зелень. Как называется? Как я не помню. Как называется, что гизлеме? Гизлеме. А на гизлеме не похоже? Не пойдет гизлеме. Не пойдет это тесто. Гизлеме они сделают сами. Ага. Это пойдет бюрек. Бюрек. Да. Спасибо вам большое. Всего доброго. До побачення. Вот, я теперь буду понимать, для чего это тесто. И вы тоже, наши зрители. Когда мороженое один в один, когда картинки. У нас обычно немного по-другому. Ну, смотри, сколько орехов. Да. Наши орехи стоят у них 140 гривен килограмм. Не лучшие, обрати внимание. Это просто... Грецкие, да? А у нас они сколько? Под 300. И семечки. Ой, чувствую себя сейчас прекрасно. Вот не изнываешь от жары, вот просто классно, да? Тепленько, ветерок легенький присутствует. Вообще замечательно. Так можно гулять до вечера. Скидки, скидки везде, скидки. У нас есть изделия из льна и шелка. Из льна и шелка, да. Смотри, какое... Вау. Какое вау. Ну, да? Какое вау. Какое. Ну вот это тоже, тоже вау. И сумочка такая плетеная. Нет, я просто. Ну, просто куда это его... только на манекене. А ну, вот, да. Вот тот костюмчик прикольный. Не, ну это должна быть девочка очень худенькая. В принципе, будет и красиво, но это для совсем худышек-худышек. Мне вот нравится вот эта вот кофточка. Нравится? Я не хочу. Значит, не нравится. Значит, не настолько нравится, да? Да. Ну, возможно. Возможно, только нравится на глаз, но чтобы купить, я не готова. На картинку посмотреть. Да, да. Мне нужно купить две мужских барсетки хорошие. Две мужских барсетки хороших. Я думаю, что это можно сделать для кэпа в Америке. Я всегда мечтала померить розовые очки. А ну сними шапку, чтобы я могла увидеть. Нет, я не сниму шапку, потому что у меня там. У тебя там все очень хорошо. Пошли, слушай, прикольно. Ой, прости, пожалуйста. Они даже тебе идут. Обалдеть. Как тебе мир в розовых очках? Как тебе я Турция, Алания в розовых потому, очках? Что, ну, она и так без розовых очков. Хорошо. Слушай, а да я померю. Мне прям аж интересно да. стало. А я вот эти померяю. Фух. Фух. Ой, тебе что идут, там, знаешь, такое что ощущение? Что там за фух такой? Такое ощущение, что ты, как, знаешь, фильтр. Ой, я как крот. Не знаю, как фильтр, я, но я очень, смотрю. Очень они как-то... Нет, меняют фу-фу-фу, все, да, вообще, они очень сильно меняют реальность, скажем так. Не знаю, мне у них даже на солнце тяжелее, чем без них. Сколько такие очки стоят? Ну, один же.
А 100 гривен. На наши получается где-то 185 рублей. А, 100 турецких лир? Да, 100. Ну, прикольно, спасибо. Нормальная сталь, померили, знаешь, походили. Если бы я еще немножечко постояла, я бы, наверное, упала. Да. Я бы упала в обморок. Я понимаю, о чем ты. Я тоже такое же только что примерила. Это невозможно. Ай, надо? Фишка, смотри-ка. Вот эта вот штука, надо? У меня такое есть на работе много. Респиратор. Да? Не надо? Очки надо? Нет, все. Не надо. Apple. Сколько у них, интересно, стоит 13-й Pro Max? Магазин Apple. Можно? Yes. А 13-й Pro Max на 128. Сколько цена? Pro Max? Да. Какой? 13. Брать Pro Max? Да. На 128. Turkish lira or? Доллары. Доллар. Доллар. 1800? 1800. Спасибо большое. 1800 турецких. Ой, господи. 1800 долларов в Турции стоит iPhone Pro Max. 13-й Pro Max. 1800. Слушай, ну у них дороже. У нас дешевле. Ой, какие красивые платья. Аня, какое бы ты платье одела? Вот давай посмотрим, какое бы ты одела платье. Зелененькое? Да. Так нечестно. Чего? Ты бы его тоже одела? Я бы его тоже одела. Ну, знаешь, у нас с тобой одинаковые. Я не люблю. Ну, вот этого тоже цвет очень. Цвет мне не нравится. Очень мило. Пошив именно такой. Да, вот я бы хотела такой цвет. Ну вот такой фасон. Бальные, такие красивые платьишко. Тандым. Тантун. Вот обратила внимание на то, что в Турции очень много ездят на мопедах. На мопедах, на мотоциклах. Кафешка. Уличная. Покушать. А ну, давайте посмотрим цены. Сколько же стоит супчик? 30 турецких лир. Картофель, помидорчик. Курочка там. Непонятно, что по картинке. 50 турецких лир. Котлетки, картошечка. 65. А, значит, 58. Фришка, кола. И лавашек такой. С курочкой. Пицца 75, маргарита 60. Ну, здравствуйте. Турецкий тавук дурум. Тавук дурум. Донер. Донер сервис. 50. Будьте здоровы. Спасибо. 50 турецких лир. 30 турецких. Ну, в принципе, очень даже адекватные цены. Ань. Она смеется. В общем, мы гуляли. Перец. Да, перец, говорит, Аня, не ешь. В общем, мы гуляли и решили сесть в уличную кафешечку и покушать чечевичный супчик. Нине, спасибо. Это видео. Спасибо большое. Значит, не успели мы себе заказать. Я себе заказала чечевичный супчик. Ты себе заказала тоже чечевичный супчик. И что еще? Какой-то лахман. Я лахманку. Ну, посмотрим. И что-то... И какой-то, говорит, еще лахман. Квашеная капусточка. Да. Значит, обратила внимание на то, что сразу начали ставить стаканчики и воду. Я спросила, это входит в счет? Он говорит, нет, 5 турецких лир. Значит, будьте аккуратны, потому что
потому что на стол ставляют много чего. Я думаю, хлебушек салат, это тоже будет платный. Да. Поставили салатик, поставили перчик моченый и поставили это... Что? Попробуй. Квашеная капуста. Это квашеная капуста, да? Ну, я думаю, она как-то маринованная скорее. Не квашеная, а маринованная. Вкусная. Она кисленькая и такая... Освежающая, знаешь, такая, знаешь, как на закуску, скажем так. Да, вкусно? Да. Вкуснее, чем этот салат. Ну, сейчас я хочу попробовать тоже супчик, вилка и ложечка. Хочу попробовать супчик, да, чечевичный. Аня, суп, конечно, очень вкусный. Попробуй супчик. Сейчас бы суп подойду. Дойдешь? Салат вам похож с гранатовым соусом. Вот такой вот сорт салата немножко. Очень вкусный. Да, цены. Здесь сразу меню на столе. Под стеклом. Ставьте на стол. Кому интересно, смотрите, кто будет в Алании. Я думаю, перекусить, забежать. И гулять по Алании дальше будет очень удобно. Лаваш еще горяченький. Очень вкусный. Мягенький такой вообще. Угу. Турецкая кухня, она вообще такая специфическая, интересная. Ну, суп не острый. Не острый, но это чечевица. Вот что острое, это вот эта штучка. Перчик. Мне нужно быть осторожным. Да. Угу. Мне нужно уточнять, когда заказывать меню, нужно обязательно написать, уточнять, острая еда или не острая, потому что некоторые блюда у них острые. Ой, здесь какие вкусности. Да, здесь, конечно, можно накушаться от живота, как говорится. Меню обширное. Такая себе уличная забегаловочка, да? Угу. Забежал, покушал вкусненько. И побежал дальше. Приятного нам аппетита. Мы будем кушать вдвоем, значит. Так, принесли наше лахмакум. Блюдо. Еще раз, как его название? Лахмакум. Что это на 45 лир? Лахмакум. Это на наши деньги где-то 85 рублей. Угу. Ну, тут, конечно, на 4 таких взрослых человека точно, а не на 2 хрупкие девочки. Очень горячая. Они его только приготовили. У тебя судочка с собой нет? Навряд ли. Навряд ли ты его скушаешь, конечно. Но на самом деле мы можем попросить его с нами. Ну да, да, с собой его возьмут. Ой, ну аппетитно, а пахнет как. Ох, класс. Турксел. Слушай, давай зайдем, спросим, почем у них эта мобильная связь. Ну, снимать нам не разрешили. Вот. Но мы поинтересовались... По ценам, значит, 20 гигабайт интернета, там 200 минут на звонки. В общем, 400 турецких лир. Это, ну, плюс-минус $20. Ну, это на наши деньги 760 рублей получается. Да, ну, 20 гигабайт, это не так-то на самом деле и много, если вот скачивать. Ну, и не так-то дешево, знаешь, это очень, я считаю, дорого. Ну, в Турции, да, в Египте, конечно, с интернетом... Гораздо проще. В Египте заплатил, сколько мы платили, $19, и тебе 52 гигабайта или меньше, там чуть-чуть, я уже не помню точно. Пользуюсь я не хочу. Посуда, 156 турецких лир, кастрюльки. Слушай, а можно такую сумочку наручную класть? Ты знаешь, я думаю, можно. Да смотри, какая замечательная штука. Да, ну вот это побольше будет. Слушай, ну а чё нет-то? Вообще замечательно. Как бабка
Кстати, я очень во многих видео видела, что европейские туристы такими ходят сумочками? На вот эти переездные рынки, ага. Да, за овощами, за фруктами. С и такими те, сумочками. Живут, да, с такими сумочками. Напихают их там всего. Не нужно тянуть. Не нужно в руках. Молодежь видела? И молодежь я видела. Серьезно? Да. Ну так бери и не думай. Нет, я не буду, там колеса огромные. Нет, я буду ходить налегке. Да. Я поняла. Налегке. Ну, а вообще идея интересная. Да. В общем, плюс-минус мы вам обстановку показали по температуре посмотри. Воздуха. Рассказали, что? Посмотри, ну вот, посмотри. Горы, горы, горы. Ну, очень красиво. Я очень люблю Турцию. Люблю Турцию в том числе за ее климат и за вот эти вот прекрасные горы. Конечно же, за ее Средиземное море. Но вот эти горы нас всегда радуют, да? Особенно, когда номер выходит, ну, бывает, бронируешь не на море, а на сад там или на дорогу. Утром просыпаешься, выходишь на балкон, и тебя встречают и радуют глаз вот эти вот горы зеленые, красивые. Они бывают далеко, они бывают близко, но они в Турции всегда везде присутствуют. Ребят, будем заканчивать наше сегодняшнее видео. Оставайтесь с нами, задавайте вопросы. Обязательно ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.